Привет! Ты на канале Кай Стример, и сегодня посмотрим свежий бесплатный экшен-рогалик Heroes Survival. Игрушка вышла 17 июня. Давайте посмотрим, давайте заценим. Ну давайте первого персонажа. Так, какой-то recovery flow. Пол восстанавливает ХП. Запуск... А, нет, Rocket Punch. Не ланч, а панч. Стреляет ракетами. Ну, разберемся. Немножко Братейта напоминает. ХПшка, регенерация, поглощение урона, урон, бомбочки. Но бомбочек там не было. Но хотя урон от взрыва. Ну, похоже так вообще по стилистике. Очень похоже. Так, бейсбольная бита. Может взять себе подсолнух? Регенерация, посмотри, какая классная. Виноград. Ну, у нас бабок нет. Все, погнали дальше. Сундучки, сундучки. О, успел. 20. Нифига себе, санфлауа как подорожал. Елочка. Скилл кулдаун. Так, а как запускать? Левый shift, правый клик. А, это вот этот фло с лечением. Сколько, сколько? 33 монетки. Так, левел ап. 2 скилл, 5 уклонений, 20 к опыту. Мне кажется, 20 к опыту это прям много, нет? Не, ну на, так, на такую сумму я ничего не могу купить. Надо чаще стрелять из гранатомета. Ну-ка, где мой пол? Целебный. 54, одной монетки не хватает. Плюс 6 патронов, 5 поглощения урона. Давай это. Ну, цены бесят просто. Где мой пол лечащий? Бабосы отдайте. 90, ну вот это серьезно уже. Плюс 2 к урону. Берем. Ну а что-нибудь такое из оружия, понятно. Не какие-то там турельки непонятные. Скилл кулдаун. Да, возьмем скилл кулдаун.
Ну ты куда выстрелил-то, родной? Сколько бриллиантов набили? Так, рейндж, буллетс. Давай еще больше снарядов. Сколько у меня в пушке снарядов? А, это дополнительно 12 снарядов. Обзор плюс 2. Ну, я ничего интересного не вижу. Да и денег нет. А вот бриллианты как-то можно продать там. Куда они мне? Ну как так-то? Ну-ка давай-ка еще разочек. А, это я понял, это вот сюда. Ну-ка, item list. Нет, мы ничего купить не можем. Подожди. А, апгрейд. Reinforcement. Твой персонаж усилился. Ну, конечно. Что такое 5%? А, это вероятность успеха, наверное? 3 звездочки. Четыре звездочки. Ну, сейчас мы им покажем, где раки зимуют. Вот это нормальная уже тема. Так, ну а больше тут реально ничего нет? Никаких предметов там нельзя подкупить. Разблокировать. Ну, смотри, он как стреляет-то. Может нам клубнички взять? Не, ну за у него 20 хп. Стреляет как из пулемета. Ну, это вообще другое дело. Так, нам что-то тут нужно? Goods Acquisition Rate. Это, наверное, вероятность выпадения предметов, что ли? Наука. Бомбочки. Не, ну непонятно. Можно, конечно, рерол за одну копейку было сделать. Ну-ка, криты. Бейсбольная бита. Ну, точность. Он вообще, с нее с точностью большие проблемы. Ну, урон 3. Ну, ладно, давайте возьмем. Видишь, в молоко куда-то стреляет. Хорош. Точность. Давай точность возьмем. Нифига себе, вторая бита, насколько дороже. Тут какая-то прогрессия просто.
Давайте арбуз возьмем. Компенсируем себе. У нас там что-то в плюс, что-то в минус в результате. Одни плюсы. Ну так, в принципе, неплохо набил монеток-то. Да, уклонение возьмем. Рерол 4 стоит. Что это такое? Кар ХП. А, это текущее ХП, наверное, устанавливается единицей, но тебе ХПшка увеличивается на единицу. Ну, спасибо. Давай конфетку возьмем. Ну где эти чуваки-то, которые меня покоцали? Пусть вылазят. Сейчас мы с ними поговорим. Шанс нанести двойной урон 7%. Вроде так ничего. Фигня какая-то. Рывками еще пугать меня решил. Да, с 10 хп, наверное, тут упадешь. Это точно. Дельфин, поглощение 10%. Нет, поглощение, уклонение. А что-нибудь как оружие есть? Ну, мы с одним только автоматиком. Давай еще крит. Крит же 15%.
Сотка есть. Скилл кулдаун. Ну а что-нибудь посерьезнее. Вот видишь, 20 эксп. А что такое 20 эксп? Где есть get exp. Получаешь больше опыта. И там, по-моему, было get exp. А просто exp. Непонятно. А что такое skill? Что за skill? А, skill damage. Давай skill damage возьмем. Урон, точность, наука, но перезарядка. Тут отстой какой-то. Богач. В конце игры 10%. Ну, это, наверное, эти кристаллы. Пенетрация. Ну, пенетрация. Пенетрация — это очень важно. Сейчас отпенетрируем этих монстров. Блин, как покоцали. Ну-ка, больше снарядов. Рефреш и дискаунт. Ну давай банан возьмем. Слоу турет. Ну давайте турет возьмем. Что только не набрал. Вот эту штуку возьмем. ХПшка, что-то, блин, не заметил. Классно. Всего 33 монетки стоит. Так, где моя турелька? А, вот она. Турелька, спаси меня. Он перезаряжает, блин, у меня 40 патронов. Как можно перезаряжать? Вот видишь, есть get exp и 20 exp. Может, это накопленный опыт, и ты к тому, что накопил, получаешь 20-ку. Или наоборот. Ну, непонятно. Вот какой-то тритмент. Давай тритмент. А, тритмент от лечения, по-моему, нет? Может, он меня будет лечить? Так это добрый шарик или недобрый? По-моему, это недобрый шарик. Очень недобрый. Вообще нифига ни разу. Это вот молния зеленая. Хотя, может, это чья-то цапля.
42 монетки не собрал. Дискаунт. VIP membership. Ну-ка, ворону возьмем. И лолипоп. Не, ну долгосрочно это как бы прикольная тема, но непонятно, а сколько тут волн-то? 15 или 20? В ротейте, по-моему, 20. Я уже даже не помню. Ну да, 20 скорее. Блин, сколько добра пропадает. Ну сколько же добра. Зла не хватает. Сколько добра пропадает. Еще одна турелька. Дискаунт. Акула. Точность, скорость атаки больше станет. Минус хпшка. Bullets everywhere. Multidirectional. Еще пенетрация. Так, надо подумать. 50%. Когда монстр... Так, сейчас все локаем. Нет, берем. Берем. Акулу берем. Так, акула или вот это? Что мы первое возьмем? Давай, bullets everywhere. Звучит очень хорошо. Давай. КПшку давай. Еще одна пенетрация. Двойная пенетрация. Это звучит мощно. Давайте так и сделаем. Хрена себе, как меня тут прессуют не по-детски. Это сколько у меня хп осталось? А, почти полная хпшка. Ну чё я так переживаю-то тогда? Тихо. Опять прессуют.
А где моя хпшка? Максимальный хп плюс 9. Скилл кулдаун, точность, урон, скилл он. Ну, а, ну давай залокаем тогда. Я подумал, что 15-й. Мочи его, у него там какие-то сопли остались. Не туда стреляешь, мудила. Ну не туда ты стреляешь, ну куда ты, ворон считаешь, что ли? Ой, дядь, бесишь просто. А что это такое? Ну как так-то, ну? Он даже не заметил, как меня убили. Ну, грустная история. Давай за Мальвину сыграем. Кэш Блю. Так это парень, что ли? Артемий Лебедев, что ли? Похож немножко. А, тут вон открыть можно этих. Ну сейчас мы подумаем, то за кого сыграть. Сейчас Лебедева прокачаем. Не понял, а что это не получилось, что ли? Шанс 90%. А если не получилось, то откатываешься на звездочку назад, что ли? Ты серьезно, что ли, это? Не такую дичь будешь. Ну, 65% это много. О! Брайан. Кирита Казума. Скаут какой-то. Ну, кто тут самый дорогой? У меня он 260. Петух какой-то. Какой-то петух. Не, ну петух должен всех вынести. Максимально было позорно. Для врага. Так, что у нее такое? Рекавери. Восстанавливает стамину. А, хп и стамина это разные, по-моему, вещи. Это выносливость. Movement speed increase. Что-то это мне не нравится. А у тебя что? Тоже рекавери. Спиральные снаряды. Так, давайте петуха. Где петух? А вот медвежонок 75 стоит. Так, ну сначала петух. Ну ладно, медвежонок тоже посмотрим. Хватит, я думаю, прокачать. Да, смотри, звездочку снимаю. Это уже капитан. Получил повышение. Лейтенант. Старший лейтенант. Все, капитан. Разжаловали. Ну давай, Коди, последний рывок. Все, 5 звездочек.
Так, у тебя чего? Неуязвимость. А у этого какой-то гигант. Растет и становится сильнее. Ну и также пол лечит. Давайте за петушка. Неплохо. Смотри, как стреляет-то. Может нам на регенерацию забить? Абсорбшн. Надо за локоть, хорошая цена. Все возьмем. А то потом инфляция. Да еще поглощение, может. Когда атакует. Поглощает 13% хпшки оппонента. Это не защита. Очень странная какая-то штука. А, это как вампиризм. Подожди, что-то какая-то мутная история. Ну вот он стреляет, ни хрена он не вампирит. То есть это просто дополнительный как бы урон, равный 13%. Неуязвимый петух. Дед, возьми еще пивка. Не, ну если... Поглощается там 20 с чем-то процентов, то есть 4 выстрела на любого противника. Это неплохо. Босс, не босс.
И вот постепенно восстанавливает хп, вот это я что-то так и не понял. Что же это такое? Еще 5 поглощения. Одной монетки жалко и не хватает. Не, ну иногда хпшка восстанавливается. Непонятно за счет чего. Не, ну это не абсорбшн. Непонятно. Больше похоже на вампиризм. Только как, который очень херово работает. Типа, наверное, с такой-то вероятностью он одну хпшку восстанавливает. Говорит, возьми еще. Да и точность возьмем. Ну то, что он вампирит, конечно, неплохо. Плюс у нее еще неуязвимость есть, которая позволяет собрать. Прямо из логова. Но я, к сожалению, не собрал. Обычная турелька, но это которая урон, видимо, наносит. Давайте возьмем. Дело в том, что у меня еще регенерация есть 3, поэтому то, что восстанавливается хпшка, вообще непонятно. Ну, мне кажется, если так регенерация 3 работает, да, то это было бы слишком хорошо. Соточка-то есть. Ну а что-нибудь к урону есть? Ну давай шанс на крит хотя бы. Все, больше поглощения брать не буду.
Зайчик. Темп стрельбы. Отложим и акулу, и зайчика. Нам пенетрации не хватает. Как же сложно найти урон. Замедляющая турелька. Возьмем снеговика в следующий раз. Вот это восстановление выносливости, это мгновенное лечение, как я понял. Ракет не собрал. Ну, по деньгам неплохо. Чаще появляются коробки. Амиральд. Ну, урон плюс 14. Один бесплатный рефреш. Ну, чувак чуть нас не убил.
Что-то я зазевался. Ну давай, давай, давай его. Хренач. Блин, тут столько добра не собрано. Зла не хватает. Ну, посмотри, 56 монет. О, пенетрация. И бочка. И турелька с бомбочкой. Ну ты издеваешься, что ли? Ну, залог. И черный ворон. Блин, ну как я появился прям сразу под это, под атаку. Пенетрируй их там. Да, что-то. Не самый лучший тайминг. Передвижение, передвижение. Ну что за чушь на палочке? Ну хренач, родной. Ты непонятно куда, конечно, стреляешь. Ну, не так плохо. Ну и чего это? Что за поглощение? Ну, кстати, по 35. А если я куплю, то как тут будет? А, и цена второго тоже сохранилась. Нет денег. А когда они есть? Мочи, мочи, мочи вот этого. Ой, ну что ты тупишь? Добей его, у него там остались. На соплях. Ну птичку эту мочи. Кто ты ближайших стреляешь, что не видишь, что птичка прям рядом. Так, 10, 9. Надо идти.
Ну, все равно неплохо собрал. 6 снарядов. Ну дай что-нибудь с уроном, крит какой-нибудь. Точность. Какая нахрен точность? Макс ХП давай. Макс ХП 5. Пенетрация. Копим на пенетрацию. Зеленый слоник. То есть нет, обычный. Макс ХП 12 снарядов. Урон на 3. Ну нормально, мне кажется, можно взять. А ворон тогда уже не нужен. Давай, 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 ну. Ликвидируй его. Так, 13. Меткий стрелок. Наверное, за одно касание разрушаются коробки. Starfish. Залокаем. Тут 5 хпшки, это хорошо. Ну сюда, сюда стреляй. Блин, что-то я пропустил момент со сбором. Давай рейндж возьмем. Игл. Точность. Скилл. Кулдаун. Ну, кстати, плюс 14 непонятно. Это же плохо. Ну и давай тогда все. О, а кто-то там дышит. Все? А, это я, может, абсорбшеном его и замочил? Ну, 57%. Ну, все. 1982. И что тут? Посмотри свой... А, нет. Радуга. Но это не по-пацански. Даже петуху радугу брать. Зашквар полнейший. А вот лобстер — это сила.
Чё-то я не понял, а что было с 20-й волне-то? Может нам абсорбшн действительно докачать? Может это все-таки не вампиризм, а мне регенерация просто устанавливает так хорошо. А это просто мочит и все. Ну вообще-то с двух выстрелов то я никого тут не убиваю. Может, вероятность срабатывания тут же. Видишь, я 600 кому-то нанес. Чуть неспроста. Так, 14 секунд. Мне прилетел так капитально. Skill cool time. Плюс процент. Ну, значит, плюс это хорошо. Золотые доспехи. Говорит, может, сигаретку? 12 снарядов, 6 бомбы. А бомба это что? А, ну это, наверное, больше урон от взрыва. Rotating bullet. Random... Да это все надо брать. Давайте rotating bullet. А это один раз только? Разовая акция. Жаль. Ну это какой-то бесконечный режим, мне кажется. Типа можешь попробовать поставить рекорд, занять первое место по количеству очков. Панда. Тоже хорошая вещь. Перерождение. Ну, конечно, надо за локоть. Ну, давай мины ставить. 200, ну, наберем за пару забегов. Thank you.
А вот мина. Не, ну у петуха хпшка 70. Он так легко не сдастся. Очень даже неплохо. Абсорбшн 70. Так. Это гепард. Но минус абсорбшн. Ну ничего, давай. Давай тоже урон. Еще больше мин ставят. Ну, наверное, это неплохо. Да, неуязвимость, конечно, это здорово. Двести шестьдесят два. О, сейчас мы залокаем. Это получается у меня два воскрешения есть. Так, какой тут рекорд, можно посмотреть? Кто тут посмел занять первое место? Волны очень медленно становятся сложнее. Лучше бы они становились существенно сложнее и давали больше очков. Так,
Крит 40 уже. Ну, враги, конечно, посильнее становятся. Ну, запас все равно еще, кажется, очень большим. Ну как 500 это стало? Ну как 500? За 500 нет, не надо. Сейчас мы все в минах. Это было близко. Ну то, что даже рекорд не посмотреть, у кого там сколько очков, конечно, немного демотивирует. Ну то, что, может, там сам разработчик играл, набрал 50 тысяч. Так, череп. Надо нам это? Да, думаю, нет. Ладно, давайте до 300 кристаллов сыграем и все. Ну, непонятно, какой смысл. Это вроде бесконечный. На 30-й волне нас никто не встретил. Никакой там босс. Ничего. Но в принципе, если игру так разнообразить, то игра очень даже ничего. Но если вот однотипные такие волны, то не пойдет. Больше, чем на вечерок. Снаряды везде. Ну, вообще цены, конечно, лютые. Ты стрелять будешь? Нет, по нему.
Барель. Не, ну запас огромный. Если играть внимательно, то еще, наверное, десятки волн. Но тут урон у них растет, там, я не знаю, даже, наверное, не по единице. Как будто меньше. Ну, 13 единиц все сносит. С учетом того, что у петуха неуязвимость есть и лечение. Можно играть очень долго. Так, последний. А, вот все, 300. Ну все, давайте тогда заканчивать. На 33-й волне ляжем. Все, снеговика взял. Все, давайте упадем и посмотрим наше место. Петух настолько силен, что он, видишь, даже стоит, не пользуется скиллами, его еще хрен убьет. А воскрешение как же? Не сработало? А ранг? Третье место. Прикинь, третье место. Чуть-чуть не хватило. А почему такая рожа неправильная? Это что, кайстример петух, что ли? Несерьезно, надо переиграть. За медведя, русский медведь. Но в следующий раз. Ой, какое позорище. Давай посмотрим просто обилку медведя. Он типа растет. Петухи это же эти, галы, французы. О, вот видишь? Вот это серьезно. Вот это русский мишка. Ой, ну ладно. Ну, неплохая игра, но ее чуть-чуть бы доделать, и она будет намного лучше. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. Ну и до встречи в следующих видео. Всем пока.